Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. Сегодня у нас 16 июня, в игре Arcage прошли профработы, и сегодня, кстати, довольно много изменений. Во-первых, сегодня было сделано такое маленькое обновление. Теперь максимальное количество финских кубов броника и оружейника, а также запечатанных концентрированных эссенций света в одной ячейке составляет 1000 единиц. В игру ввели новый боевой пропуск. В локации Ракочущий перевал стартовал уже знакомый всем ивент, где мы мотаемся по этим дурацким бочкам. Ну и также, куда же мы без новинок в шопе. Вот как раз об этом сегодня и поговорим. Ну и как всегда, все нужные ссылки на сегодняшние новости вы найдете в описании. Во-первых, как я уже сказал, в игру был введен новый боевой пропуск. Открываем список пропусков и здесь видим новый боевой пропуск «Парк Юрского периода». И первое, что бросается в глаза, это вот такой необычный питомец. Что это за питомец, пока никакой информации нету на официальном сайте. Видимо, завезут чуть-чуть попозже. Но я не буду запихивать всю информацию в один ролик, чтобы он получился долгим и довольно нудным. Поэтому я сделаю отдельный ролик про данный боевой пропуск. В том числе про данного питомца, кто это и что он умеет, какие умения имеет. И также про всю награду, которую мы можем получить за все уровни. Так что, чтобы не пропустить следующий ролик, подписываемся на канал и прожимаем колокольчик. Во-вторых, в игре снова ввели ивент в локации Ракочущий перевал, где мы должны мотаться опять в этих бочках. Данный ивент продлится до 7 июля. Напомню, что помимо обычных заданий, здесь есть еще задание, которое выполняется в 8, в 14 и в 20.00, по которому нужно просто долететь до определенной точки. Ну и также за ивент мы получаем вот такой напиточек, бафчик, который повышает уклонение на 5%, сноровку на 111 единиц и время применения умений уменьшает на 10%. И что мы тут можем получить в этой фестивальной лавке за жетоны? Во-первых, у нас тут декор, да, это декор за 25 жетонов, кстати. А далее у нас осколок керамической гадальной руны, арбузное мороженое. И это очень классная вещь, но, к сожалению, почему-то они, то ли разрабы, то ли локализаторы делают все временное. Зачем? Ну, уберите этот временный этот ограничитель, ну зачем? Ну, сделайте постоянные, то есть в любой момент, когда игроку нужно, он возьмет, пойдет там, вот, допустим, в течение 30 минут будет получать больше опыта и вероятность получения трофеев на 50%. Ну, 50% классно, но вот месяц тоже неплохо, но, блядь, почему не постоянный? Вот это, конечно, плохо. Плохо то, что еще и 3 штуки сферы анимага дают за 10 жетонов. Я сейчас выполнил вот эти все задания, кроме заданий, которые выполняются в определенные, там, в определенные часы. У меня 6 жетонов. То есть тут 3 сферы за 10 жетонов. Вот если бы давали 10 сфер за 10 жетонов, да, это уже было бы неплохо. То есть за день или полтора, да, скажем так, за 2 дня ты выполняешь задание и получаешь 10 сфер анимага. Ну, окей. С учетом, опять же, того, что их там нужно до хрена. Там, я даже боюсь представить, сколько на все коллекции нужно. Это даже 10 было бы очень мало. Но хотя бы что-то. Ну, 3 это просто ни о чем. Далее у нас саженец бука, это декор, также саженец каштана, тоже декор. Рама в хазирском стиле тоже у нас декор, понятное дело. Подожди, перепрыгнул, вот. Далее у нас пляжный шезлонг с расписным теном, тоже декор, на него, конечно же, можно присесть, и его можно еще, точнее, на него нанести свой рисунок. Чтобы это сделать, я не буду сейчас описывать как, перейдя по ссылочке в описании на новость. Там будет в самой новости ссылка, как это сделать, если кого сейчас этот вопрос заинтересовал. Далее у нас корзина с рыбой, тоже декор. Ну, окей, ладно. Вроде бы не было его у нас еще никогда. Ну, как декор, окей. То есть я понимаю, что декор это для кого-то интересно. Запечатанные эссенции за 6 штук, как вы видите, 3 запечатанные эссенции. Тоже как бы маловато, знаете ли, 3 штуки. Учитывая, что за один квестик мы там 100 получаем. Ну, такое, что-то. Ну, опять же, хотя бы десяточку давали. Ну, как-то, блядь, 3. Ну, вообще, капля в море какая-то.
Медовый арбуз тоже декор. Вспоминаются некие арбузы, скажем так, у нас тоже в «Мираже». Может быть, кто-то на память возьмет себе. А, кстати, напоминаю, только вспомнил момент, то, что некоторые предметы здесь не персональные, допустим, как этот арбуз. Следовательно, они будут на аукционе. Следовательно, через пару дней они уже будут стоить копейки на аукционе, и их выгоднее будет просто купить за пару голды, чем тратить на них жетоны. Жетоны намного эффективнее потратить на те же самые осколки. То есть за 50... Где тут? За 50 жетонов мы получим себе руну. За 50 штук. Нормально, что. За 10 дней, да, грубо говоря. Ну, меньше даже. 9. За 8-9 дней где-то. Плюс бабочки есть. Так что тратить на декор нет смысла, жетоны. Легче купить на ауке. И, в принципе, стандартные уже вещи. Здесь у нас это... Как он там называется? Пляжные костюмы или купальники, да? Они у нас уже каждый вроде бы ивент подобный вводятся. Также имеют они и характеристики. Каждый костюм свои характеристики имеет. Допустим, скорость плавания повышается на 15%. Знак воздуха... О, знак воздуха. Запас воздуха повышается на 30 единиц под водой. Так, у нас дальше мастерство рыбной ловли повышается на 500 единиц. Также на 500 единиц мастерство рыбной ловли. Дальше запас воздуха при пребывании под водой повышается на 30 единиц. И скорость сбора ресурсов под водой увеличивается на 4%. Ну и, конечно же, какие профработы могут обойтись без шопа? В шопе, во-первых, появились вот такие купальные костюмчики в честь фестиваля, который сейчас у нас стартовал. Они имеют вот эти все три вида. Уф, ух, ух ты ж какой, ё-моё. Как, бог ты мой, кто вы, мужчина? Еще розовые. Ай, кошмар. Блядь, секунду. Надо, фух, все, нормально. Они имеют одинаковые характеристики. Скорость передвижения повышается на 5%, скорость плавания на 10%, очки опыта при использовании очков работы на 10% и скорость сбора ресурсов под водой увеличивается на 10%. Ну и данные костюмчики, конечно, нужно еще и стирать, точнее, купальные костюмы, но не суть. Также в игру ввели тиковую мебель, которая, кстати, вроде бы не так давно у нас уже была. И, видимо, плохо раскупили и решили, а давай-ка мы ее засунем сюда еще раз. Кстати, на этой кровати можно восстановить себе 175 ОР. Также есть у нас тут такие вот стульчики. Ну, это декор, понятное дело. Они различаются только вот этими цветочками. И тут, в принципе, все, больше никакой тиковой мебели нету. Также, помимо этого, если мы зайдем в раздел «Персонажи расходуемые», то здесь найдем новые три книги порталов. Это стандартные книги порталов, стандартные порталы, но просто они выглядят по-иному. К сожалению, если нажать на эти три книги порталов, то справа ничего не покажется. Допустим, была бы картинка самого портала того или иного, но нет. Если что, то лиловая книга порталов выглядит вот так. Огненная книга порталов выглядит таким образом, и зловещая книга порталов выглядит вот так. Но вживую они выглядят куда круче, чем на картинке. Честно говоря, эти книги я, во-первых, ожидал увидеть или в лавке полезных мелочей, ну или, понятное дело, в шопе. Да, они здесь за 25 кристаллов, это дешево, но срок у них действия 7 дней. И это, конечно, бред какой-то. Но что вы думаете насчет всех сегодняшних изменений, пишите в комментариях. Также напомню, что следующий ролик будет про новый боевой пропуск и его питомца. Так что, чтобы не пропустить, подписываемся на канал и прожимаем колокольчик. Ну а на этом пока что все. Всем до завтра.